«Странствующий телескоп» – образовательный проект, цель которого – пробудить любопытство у детей даже младшего школьного возраста. И хотя, к примеру, в Кении, где Дэниел Оуэн и Сьюзан Мурабана продвигают эти идеи, один из самых красивых небосводов, астрономии не вошла в круг предметов, которые преподаются. Мы хотим рассказать детям о том, что, мечтая о небе, любую звездами, они в какой-то степени помогают своему будущему. Интерес не обязательно приведет их в ученые, но это может пробудить мечту, ценить науку. Это и возможность изменить свою судьбу. А чтобы наблюдать за небом, нет ничего лучше телескопа. История этого устройства насчитывает более 400 лет. А вот как выглядит вводный урок в астрономию. Поразительно, что сегодня с развитием цифровых и сетевых технологий можно любоваться снимками такой планеты, как Плутон, который находится от вас на расстоянии 2 или 3 кликов компьютерной мыши, хотя сама миссия, которую их присылает, находится от нас на расстоянии нескольких световых лет. У учеников есть возможность ознакомиться с тем, как устроен телескоп изнутри. Я уже все видела впервые так близко. Я видела планету Меркурий и видела Луну, а еще нам показали короткометражные фильмы. Я подумала о том, что, наверное, я стану астрономом. Это очень круто, как я думаю.